Кыргызстанцы и узбекистанцы смогут ездить друг к другу по ID-паспорту. Это стало возможным после подписания президентами Садыром Чапаровым и Шавкатом Мирзиёевым протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами двух стран о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года. В МИД Кыргызстана подтвердили информацию, однако не уточнили сроки, когда норма вступит в силу. Граждане двух стран смогут следовать через кыргызско-узбекскую госграницу с ID-картами после проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного протокола, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Напомним, ранее Кыргызстан и Узбекистан договорились облегчить паспортный контроль при пересечении границы. Как заявил в декабре на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев, граждане обеих стран смогут пересекать границу, предъявив ID-карту, а лица, не достигшие 16 лет, загранпаспорт. Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности ведомства за прошлый год, а также задачи на 2023 год. Глава Кабмина отметил, что по итогам прошлого года Министерство иностранных дел получило высшую оценку. Акылбек Жапаров сказал, что ведомству необходимо продолжить работу по содействию экспорта бутилированной воды, в том числе путем привлечения на территорию республики потенциальных инвесторов-производителей с известным брендом с целью открытия производства и дальнейшей поставки под собственной торговой маркой в зарубежные страны. Завершая свое выступление, глава Кабмина подчеркнул необходимость постоянного поиска возможностей для продвижения интересов нашего государства в зарубежных странах. Японские инвесторы посетят Кыргызстан с бизнес-миссией и встретятся с руководителями отечественных IT-компаний. Об этом сообщили в парке высоких технологий Кыргызской Республики. Визит JETRO – это японская правительственная организация по развитию внешней торговли, запланирован на 24 марта этого года. В анонсе JETRO указано, что у Кыргызстана большой потенциал человеческих ресурсов в области науки и математики, а количество компаний, обладающих технологическими возможностями для реализации партнерских отношений с IT-компаниями развитых стран, неуклонно растет. Кроме того, народ дружелюбно относится к Японии. Наблюдается высокий интерес к ней среди молодежи и предпринимателей. В 2023 году в Великобританию на сельхозработу смогут выехать 2000 граждан Кыргызстана, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции. По их данным, между Центром трудоустройства граждан за рубежом и уполномоченным оператором правительства Великобритании состоялась церемония подписания соглашения, предусматривающего трудоустройство граждан Кыргызстана в Великобритании. Так, согласно договоренности, квота для Кыргызстана на 2023 год составит 2000 человек. Срок контракта до 6 месяцев. Оплата 10 фунтов стерлингов за час работы, говорится в сообщении. Уточняется, что на сегодня в городах Бишкек и Ош уже проведены наборы кандидатов для выезда на сельхозработы в Великобританию. Проводится процесс отбора. В прошлом году объемы экспорта мороженого отечественного производства выросли на 40%. Такие данные приводят в отчете Нацсобкома о внешней и взаимной торговле Кыргызской Республики за 11 месяцев 2022 года. Главным импортером кыргызских пломбиров и эскимо является Казахстан, закупив 99,5% от общего объема поставок в прошлом году и 99,1% в 2021 году. В 2021 году казахские импортеры закупили у отечественных производителей мороженого 3,5 тысячи тонн, а в 2022 на 40% больше, то есть почти 5 тысяч тонн. Вместе с тем на 10% вырос также импорт мороженого из Кыргызстана в Узбекистан, а в Россию, напротив, сократился в 2 раза. Государственная налоговая служба напоминает о необходимости предоставления единой налоговой декларации по итогам 2022 года. Очередная декларационная кампания пройдет в 2 этапа, но сроки изменились. Ранее юридические лица должны были сдавать ЕНД до 1 марта, а физически до 1 апреля. Теперь до 1 апреля декларации должны предоставить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, включая крестьянские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения. До 1 мая индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельные участки, кроме приусадебных, крестьянские и фермерские хозяйства, без образования юрлица,
сотрудники организаций и предприятий с госдолей, граждане, которые в течение года приобрели имущество дороже 300 тысяч сомов, а также лица, имеющие вид на жительство или статус хайлмана и получившие доход от деятельности в международных организациях. Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах по номеру телефона 116 или на сайте ГНС. В Кыргызстане за неделю с 23 по 30 января зарегистрирован всего один случай COVID-19. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора. Согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. За 2022 год и 30 дней 2023 в стране всего зарегистрировано 21 844 случая коронавируса. Из них 90,7% подтверждены лабораторно и 9,3% клинико-эпидемиологически. Спортсменки Айсулу Таныбекова и Айпери Медеткызы примут участие в международном рейтинговом турнире «Загреб Опен», сообщает «Объединенный мир борьбы». Турнир пройдет в городе Загреб, Хорватии, с 1 по 5 февраля. Таныбекова будет выступать в весовой категории 62 килограмма, а Медеткызы – 76 килограммов. Напомним, Айсулу Таныбекова – двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Азии и серебряный призер Олимпийских игр. Айпери Медеткызы – бронзовый призер чемпионата мира по борьбе и чемпионка Азии.